Привет, друзья! Всем привет! Сегодня мы решили снять для вас серьезное видео, в котором мы хотим ответить на один очень важный вопрос. Наверняка вы так или иначе интересовались, что лучше тормозит, что быстрее останавливается, мотоцикл или автомобиль. В интернете очень много обсуждений на эту тему, и ни одного практического примера я не нашел. Очень много теорий, много людей говорят правильно, неправильно, спорят. Мы хотим раз и навсегда сейчас расставить все точки над «и» в этом вопросе. Мы взяли кучу автомобилей и кучу мотоциклов, и сейчас мы будем сравнивать, как они тормозят. А в этом нам поможет руководитель рубрики «Мото» в нашем самом уважаемом, самом авторитетном автомобильном издании «Авторевью» Владимир Здоров. Привет, Володь. Привет, Борис. Пользуясь возможностями издания, мы проведем максимально скрупулезные и точные замеры торможения как машин, так и мотоциклов. То есть мы сейчас выставили давление на холодную строго с рекомендациями завода. У нас помимо обычной резины есть так называемые шашки. Это тоже интересно, потому что, как правило, на шашках ездят по асфальту, а не по оффроуду. Ну, хотя, конечно, и по оффроуду тоже случается, но гораздо реже. У нас есть телеметрист, можно так сказать, громко, но действительно так. Все эти данные будут не умозрительными, не сослагательными, кто быстрее, кто дальше, а четко по приборам, по привязке через GPS мы сможем понять, кто на самом деле сильнее, слон или кит. Для получения корректных результатов мы взяли разные классы техники. Из автомобилей это кроссовер, седан, спорткупе, из мотоциклов туристический эндуро, легкий городской мотоцикл, большой тяжелый турист с кофрами и спортбайк. В этой паре мы сравним эффективность торможения внедорожного мотоцикла R1200 GS и обычного, по сути, городского автомобиля BMW 220D X-Drive. Как видим, со скоростью 100 км в час автомобиль останавливается явно быстрее. Он выиграл у мотоцикла больше, чем корпус. Мы повторили этот замер несколько раз, и автомобиль побеждал всегда. Предвижу замечания скептиков. Вы взяли слишком тяжелый мотоцикл. Ну ладно, вот вам легкий. G310R весом всего в 150 кг. Ого, он укатился так далеко, что даже в кадр не попал. Так значит, дело не в весе? Может быть, у маленького мотоцикла слишком слабые тормоза? Ладно, возьмем мотоцикл, который имеет заведомо мощные тормоза и небольшой вес. Спортбайк, конечно же. Два самых хорошо торможащих, самых спортивных транспортных средств в этом сравнении: BMW M4, BMW S1000RR. Кто из них быстрее становится? Давайте проверим. Снова мотоцикл тормозит хуже. Ну ладно, М4 это спорткар. У него очень хорошие тормоза. Давайте попробуем выставить против S1000RR большой кроссовер.
Чуть получше, но все равно проигрыш мотоцикла. Что же у нас получается? Тяжелый мотоцикл проиграл, легкий мотоцикл проиграл, легкий мотоцикл с мощными тормозами тоже проиграл. У мотоцикла вообще нет шансов? А давайте попробуем, если вес не важен, выпустить супертяжеловеса. K1600B Grand America. Весом в 350 кг. И посмотрим, что получится. Как видим, несмотря на то, что этот такой огромный тяжелый мотоцикл весом больше 350 кг, разница в торможении оказалась совершенно несущественной. Перед вами таблица с лучшими результатами торможений всех транспортных средств. Мы не стремились добиться максимально короткого тормозного пути, так как задача была в том, чтобы имитировать экстренное торможение среднестатистического водителя. Как видим, среди мотоциклов самый короткий тормозной путь оказался у K1600B. Как думаете, почему? Мотоциклы с телескопической вилкой при жестком торможении складывают переднюю подвеску до конца. Малейшая неровность дороги приводит к потере контакта резины с асфальтом, а следовательно к блокировке колеса и срабатыванию АБС, что увеличивает тормозной путь мотоцикла. Гонщики на треке тратят уйму сил и времени, чтобы настроить подвеску таким образом, чтобы даже в самых жестких торможениях у нее всегда оставался рабочий ход. Но кто из городских райдеров хотя бы задумывался об этом? Кинематика рычажной подвески Dual Lever, установленной на K1600B, устроена таким образом, что даже при самых жестких торможениях у нее сохраняется рабочий ход, что позволяет мотоциклу отрабатывать неровности дороги, сохраняя сцепление резины с асфальтом. Ну а теперь самое интересное. Мы сняли кучу торможений, и в процессе съемок у нас тут зародился спор между ребятами, которые утверждают, что со скорости 200 результаты могут кардинально измениться, и S1000RR может затормозить существенно лучше, чем M4. Пользуясь случаем, мы решили это проверить. Давайте посмотрим, какие будут результаты при торможении со скорости 200 км в час. Как видим, уехал мотоцикл очень сильно дальше, чем в случае торможения со 100, и тормозной путь увеличивается в разы. Вот здесь вот у нас точка остановки мотоцикла S1000RR. Давайте поставим конус в стороне, чтобы его случайно не снесло. Теперь посмотрим, где остановится автомобиль. М4, торможение. Да, с 200 км в час автомобиль проигрывает, и проигрывает прилично. Так что не все так однозначно. Вот здесь у нас, где стоит конус, тут точка остановки мотоцикла. И теперь считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Илья Андреевич, как же так? Что ж ты такой лошара?
На самом деле Илья Андреевич не виноват. Дело в аэродинамике. Современные автомобили проектируют так, чтобы уложиться в строгие экологические нормы. Поэтому упор делается не на прижимную силу, а на снижение расхода топлива. И при движении на высокой скорости у автомобиля просто не хватает сцепления шин с асфальтом, и он не может реализовать мощность своих тормозных механизмов. Главный вывод, который можно сделать из нашего ролика. При езде в городе на мотоцикле никогда нельзя полагаться на тормоза. В экстренной ситуации тормоза вас точно не спасут. Приучайте себя объезжать помехи, а не тормозить перед ними.